Воспитать ребенка правильно очень сложно. Еще труднее, когда у ребенка проблемы со здоровьем. Анна Мищенко – мама особенного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Героиня признается, быть на одной волне собственной дочкой было трудно. Еще сложнее – не потерять себя. От полного уныния и депрессии ее спасли другие мамочки. Анна попала в проект про нее, который стартовал при поддержке Общероссийского народного фронта. Это особое ощущение, когда ты забываешь обо всем. Когда ты забываешь о том, что у тебя какие-то есть сложности. О том, что ты мама. Ты просто человек, который объединяется вот в одну большую семью с такими же мамами, с такими же проблемами, с детками. И все это очень способствует тому, что мама успокаивается и становится более уравновешенной, более счастливой. Проект существует чуть больше полугода, но к нему уже присоединилось 620 родителей детей с разными патологиями. Здесь, в кругу самых сильных женщин, нет места отчаянию и переживаниям. Женщины занимаются йогой, выезжают на мастер-классы, концерты, выставки. С ними работают психологи. Самое главное то, что мы делаем, это мы объединяем особенных мам. Потому что от того, мама будет в ресурсе, насколько она будет образована, насколько она выйдет собственно из своего панциря, да, также в том числе зависит развитие ее особенного ребенка. Одним из самых популярных среди мам мастер-классов проекта стала нейрографика. По мнению психологов, познать себя через рисунок помогает человеку понять, какая самая важная проблема беспокоит внутри. Коучер международного уровня Марина Волкова уверена, проблемы могут быть разные, но решение может прийти в разум человека в момент рисования. Вообще мозг, он не изучен, да, на 100% функционирует мозг всего лишь на 7-10. И, соответственно, когда мы работаем с глубинным подсознанием, это те 90, которые нельзя объяснить. Да? Вот. Но когда мы смотрим на рисунок, то есть то, что может получиться в рамках данного мероприятия, мы можем понять, как можно выйти из этой ситуации. Этот ответ может прийти во время того, как человек рисует. Принять участие в проекте про нее может любая мама особенного ребенка. Достаточно обратиться к координатору проекта Наталье Михайловой через социальные сети. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.